Сейчас этот Дон должен был носить конус стыда, и кот был очень счастлив. This dog had to wear the cone of shame, and the cat was pretty happy about it. Эта компания продает велосипеды, совмещенные с беговой дорожкой. Combined with a treadmill. Музыка. Вот как выглядит нарисовать в виртуальной реальности количество. Using virtual reality. Пыльца, которая была на этом дереве, довольно удивительна. Музыка. Музыка у артиста «Есть твоя дочь». There's an artist that has her daughter. Рисовать рисунок, когда рисунок готов. Мама использует этот рисунок в качестве основы. Design as the basis of her. Ее картина. Музыка. Музыка. Эта кошка полностью глухая, поэтому она. This cat is completely deaf, so she's. Всегда удивляется, когда ее хозяин приветствует ее. Надеюсь, в его видео есть. That's in his video. Hopefully you have a замечательный остаток дня и увидимся. Ребята, очень скоро позже. Soon. Later.